Если честно, три слова: желание, самоотдача и работа, да? Это сделало разницу сегодня, особенно в третьем периоде. А так, молодчики, очень приятно, да, и очень важно было выиграть этот турнир перед нашими болельщиками. Молодчики, спасибо. Но, сейчас у нас Андрей, заминка, все как следует, да, Гриш? Да. И завтра выход.